Министерство экономического развития разработало один из самых пессимистичных прогнозов относительно российской экономики. Обвал цен на нефть продолжится до конца года, и это приведет к дальнейшей девальвации рубля. Ожидается, что в 2015-2016 годах средняя цена на нефть составит $50 за баррель. Лишь в 2017 году она вырастет до $55 за баррель, а в 2018 – до $60 за баррель. Причем к концу этого года нефть обвалится до $38.70 за баррель. Фактически цены будут падать весь этот год. В результате падения цен на нефть курс доллара к концу этого года может подскочить до 70 рублей. Затем он будет медленно снижаться. Цены при этом будут расти довольно быстро. В 2016 году среднегодовая инфляция составит 7,7%. Инфляция существенно снизится лишь к 2018 году до 5,5% на конец года. При этом в следующем году в МЭР РФ ожидает близкого к нулю роста доходов населения и оборота розничной торговли.